И всем привет, с вами Каиса, и я продолжаю проходить Tomb Raider 2, ПК-версию, на челлендж только пистолеты. И следующая миссия — катакомбы Талиона. Так, начинаем. Монастырь Барханг позади, и впереди у нас сосульки. Пошли они к черту. Зачем их лишний раз тревожить, правильно? Какой чайник додумается под сосульки лезть? Я вот здесь вот пробегу, мне нормально. Так, осматриваемся здесь. Что у нас тут? Ничего у нас тут нету. Идем дальше. Вот туда куда-то. Давайте сохранимся. Так, здесь у нас тревожненько. Во-первых, есть расщелина. Давайте переползем по ней. Немножко вправо взяв. И какая-то яма большая. Так, здесь у нас что? Тут у нас эти, флайер. О, серебряный дракон. Я, честно сказать, забыл, что он уже здесь. И это хорошо. Первый секрет уже взят. Не успел я начать уровень. Так, сохранимся. Так, здесь есть лесенка. Лесенка есть, чудесенка. Опа! Внизу кто-то ходит. Да, новые враги. Какой-то, блин, снежный человек там находится, рычит еще на меня. Так, давайте сохранимся. Прыгнем сюда вот. Тут сосульки. Тут сосульки. Сосульки — это плохо, конечно. Это не есть хорошо, но можно их аккуратненько спровоцировать. Так, там кто-то вышел? Или мне показалось? Давайте сохранимся. Так, что у нас здесь? Дверь у нас здесь находится. Закрытая дверь. Значит, нам надо спускаться вниз, соответственно. К тому снежному человеку, блин. Так, вроде я здесь не смогу спуститься нормально. Он тут спокойно может ходить. Эй, чудик, иди отсюда к черту. Да пошел ты к черту. Охренел совсем. Нет, надо искать другой способ. Другой способ. А какой другой способ есть? Я его должен, блин, с пистолетов засечь как-то. Черт, он сюда забирается, гад. Не, не пойдет, не пойдет. Да.
Так не годится. Так, до туда я не допрыгну, явно. Блин, зря я сюда прыгал вообще. Он там ходит себе деловой. Нет, так вообще не годится. Болезненный прыжок, болезненное падение. Ладно, что уж теперь поделать. Будем искать варианты здесь. Надо быстро удрать от него. Так, давайте сохранимся тогда. Так, иди к черту. Чайник тупозадый. Так, залазим на лестницу. Может, еще смогу его расстрелять как-то сверху. Так, смещаемся вправо. Лара, ну возьми ты его на прицел, блин. Этого чайника тупозадого. Вон же он там ходит там себе деловой. Никак она его не может взять. Ты чё там, оборзел? Оборзел совсем? Так, ну ладно, хотя бы так забил его. Минимальные повреждения получил. Так, тут у нас есть рычаг. Давайте его опустим. Ага, мы открыли дверку наверху. Что здесь у нас? Ничего у нас тут нету. И там у нас барс бегает. Ладно, забираемся обратно наверх. Фух, обошлось. Без серьезных. Последствий для меня. Так, и забираемся обратно наверх. Так, аккуратно, осторожно. Давайте сохранимся. Нет. Как-то не так я прыгнул. Тут только такой прыжок работает. Простреливаем барса. Сохраняемся. И продолжаем наш путь. Там у нас открылась дверь. Вот она. Мы куда-то вышли. Куда-то мы вышли. Куда? Что у нас там есть? Ну, давайте еще раз сохранимся. Будем спускаться потихоньку по лесенке вот этой вот. Там у нас валуны виднеется, решетка и что-то в решетке, видимо. Что у нас здесь? Ничего у нас здесь.
Тут у нас та же самая решетка. Бандиты пришли. Два барса. Ах ты, козлозавр. Нет, так не пойдет. Фух. Куда же мне от него сбежать-то, блин? От них, точнее. Надо куда-то бежать. Куда-то бежать, 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 бежать. Козлозавр. Нет, это не пойдет. Да елки-палки. Лара, спокойней. Не надо так нервничать. Надо в другое место бежать. Там два барса. Ах ты, козел, нет, он меня достает, он меня здесь. Так, может быть, на лестницу успеть бежать? Мне главное, чтобы мне эти бандиты вне поля их зрения быть. А там шипы. Черт, нет, сжирает меня прям тут-то. Блин, да что ж с вами делать-то? Как мне сэкономить? Объясните мне. Так, там валуны. 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 Есть идея, в принципе. Так, тут валуны. Черт, погубил я свою идею. А идея, по-моему, была лучшей. Я бы находился бы сверху, смог бы их оттуда бы расстреливать, мне кажется. Так, Лара. Ты там кого-нибудь видишь? Я никого не вижу. Ах ты, чайник тупой. Так, один убежал. Спускается сюда. Вот говно, а. Он туда-сюда бегает. Вы посмотрите на него. Давай, спускайся. Автоматчик ты. Хренов. Ну, идешь, идешь, нет. Черт, он уходит, гад. Так, здесь должны быть барсы. Они еще не повылазили, что ли? О, он здесь. Где-то здесь ходит.
Ну ты где? Попался, гад. Отлично. Ладно, не буду делать себе лучший результат. Пусть останется так, как есть. Так, ну меня вот интересует Барса. Меня вот они вот интересуют. Как бы мне их выманить? Кстати, а вот это у нас кат? Нет. Барсы, вы где? Покажитесь. Черт, не видно их. Ладно. Будем их выманивать. Интересно, они уже выбежали? Выбежали. Черт, он сюда бежит. И к черту. Тупой барс. Кошатина тупая. Фух, ну хоть так. Ладно, черт бы с ним. Так, чего у этих чайников есть? Ага, у этого большая аптечка, патроны для магнумов, а у этого патроны для УЗИ. Все, давайте сохранимся. Кстати говоря, что у нас в воде? В воде у нас ничего нету. Ну и ладно. Так, там еще какая-то пещера есть. И тут шипы. Тут пещера. Сходим, пожалуй, в пещеру. Что, никого нет, что ли? Ха, никого нету. Давайте возьмем маленькую аптечку. Так, здесь нам какое-то место показывают красивое. Так, ну ладно, поднимаемся обратно, раз тут никого нету. Что еще? Так, тут шипы. Нет. Определенно, определенно. Нам надо на ту лестницу прыгать. Вот сначала вот сюда. Потом вот к этим проваливающимся платформам. И успеть на лестницу. В общем, нам надо... Плевать на эти платформы, проваливающиеся, лезем наверх. Здесь надо сальто назад сделать будет. Отлично. Отлично. Так, и мы куда-то попадаем. Вот, рычаг у нас здесь есть. Опускаем решетку. И нам надо взять вот эту вот штуку. Вот это вот. Так, берем ее. Что произошло? Ага, вода ушла из бассейна. Обратите внимание. Вода ушла из бассейна. Как она могла? Так, а что я взял? Маска Тибета. Мы взяли маску Тибета. Давайте сохранимся. И спускаемся тогда в этот резервуар. Фух, спускаемся.
И еще ниже прыгаем. Так, что у нас тут имеется? Бежим вперед. Так, тут у нас яма какая-то. Шипастая яма. Так, вот сюда надо вставить маску Тибета. Вставляем, и там впереди валуны покатится. Будет такой спуск. Давайте сохранимся сразу. Нам надо будет сейчас бежать от валунов, спасаться. Отлично. Так, пусть они себе прокатываются. Вау, сколько барсов. А, они не могут? Они ко мне не могут прибежать. Вы посмотрите на них. Так, еще один сдох. Где еще? Кошка, выходи. Вон еще двое. Отлично. Четырех барсов расстреляли. Давайте сохраним это дело. Так, валуны туда скатились. Что у нас здесь? Можно подняться. Не надо бежать, Лара. Бежать не надо. Так, тут у нас какой-то мост, какая-то дверь. Туда Лара не прыгает. Тут скат у нас. Да, тут у нас скат. Что у нас здесь? Не хватает нам, не хватает нам, чтобы подняться можно было. Высоты не хватает. Да. Ладно. Давайте посмотрим с другой стороны, может быть что-то есть. Нет, ничего тут нету. Так, что дальше? Тут какая-то пещера есть. Тут какая-то дверь. Широкая лестница. И две двери. Вот тут были валуны, кажется, да? По-моему, да. Так, что здесь у нас? Давайте сохранимся. Так, никто там не пришел. No. Вот сюда нам надо что-то вставить, найти. У нас этого пока нету. Там есть лестница. Давайте полезем по лестнице вверх. Посмотрим, к чему это вообще приведет. Забавно, что Лара может вот даже сюда залезть. Тут у нас решетка. Нам здесь никак не перейти. Но это уже и не лестница, по идее. Хотя, отметина-то есть. Нет. Давай пониже, Лара. Вот сюда куда-нибудь нам надо спуститься. Так, отлично. Слазим ниже. И вот сюда вот. Так, что у нас здесь имеется? Гранаты у нас здесь имеются. Берем гранаты, сохраняемся. И пойдем сейчас в ту пещеру, вот которую мы видели. Так, мы можем тут аккуратненько слезть? Можем. Так, идем в ту пещеру. Кстати, мост. На мост нам
тоже никак не допрыгнуть, наверное. Хотя я бы хотел сломать систему этого уровня. Если прыгать и... Если прыгать на мост, то явно вот так с этого края пещеры, потому что это будет куда реально смотреться. Так, давайте здесь сохранимся. Я все-таки хочу, блин, немножко поломать этот уровень попробовать. Но мне кажется, не получится ничего. Ну да, что-то как-то не долетает Лара. Хотя это было... Да, и выше мы не можем запрыгнуть. Потому что вот эта штука мешает. Ну да, не долетает. Ладно, черт бы с ним. Пошли. Что у нас здесь? Дверь закрытая. Так, и тут у нас спуск. Спускаемся. Ах, вы кусаться вздумали? Вы, козлы, козлозавры. Я же вас сейчас обману всех. Ну и что ты мне теперь сделаешь? Козлозаврина. А вот этого ты не ожидал, да? Не ожидал. Так, минус 2 барса. Сохраняшечка. Так, что у нас? Мост. Мост у нас здесь. И какой-то водоем. Горят огни. Ох, еще. Вы, козлозавры, блин, откуда вы тут взялись и все? Не, друг, ты, блин, ты обалдел, что ли, совсем? Ах ты, козел, ты быстрее меня бегаешь, сволочь ты. Ниоткуда просто взялся. О, отлично. Отлично. Отличненько. Сохраняшечка. Так, тут у нас какие-то скаты. Тут у нас какой-то водоем. Так, здесь я могу залезть, да? Стоять. Как нет? Могу же ведь... С помощью вот этого ската забраться туда, нет? Да погоди ты. Да чё ты сразу откидываешь эту идею? Нормальная же идея. Да как так-то? Что за бред? Не понял. Она же может туда забраться. Что мешает, я не пойму. Не может. Значит, не может. Ну, не может, значит, не может. Вон там у нас, кстати, еще какой-то проходы какие-то есть. Но пока нет возможности нигде забраться. Так что идем дальше. Вот сюда вот, например. Еще 2 барса. Да вы чё, шалели что ли?
Откуда вас здесь столько? Так, минус еще два приятеля. Так, идем дальше. Так, что у нас здесь? Есть место, где можно залезть. Залазим. Лестница какая-то. Так, тут у нас спуск какой-то есть. Давайте фальшфейер зажжем. Так, какой-то водоем, вода. Маска. Бери ее, Лара. Так, берем эту маску. Ох, и там еще что-то у нас лежит интересное. Так, все, выплываем отсюда. Сохраняшечка. Я слышу звуки бандитов. Они сюда пришли. Ты, козел вонючий. Я тебя сейчас устрою. Вот, вот козлозавры, блин, а. Хватит топать там. Где они? Сохраняшечка. Так, он где-то здесь ходит. Вот он. Козел. Убежали, что ли? Черт, я упал. Давай, Лара, забирайся. Ты козел вонючий. Нет, давайте переиграем, блин. Мне эти козлы уже достали. Ага, Сузи, блин, вышмаливает меня, гад. Да ты чё, блин, охренел, что ли? Придурок ты. Козляцкий. Возможно, от них лучше убежать и где-нибудь откуда с другого-то какого-нибудь места их. Ну, идешь, нет? Давай. Иди сюда. Так, сколько-то я там хп у кого-то отнял. Надо сохраниться. Вон, идут гады. Где второй? Второй чудик где? Так, в кого-то я еще попал. Фух.
Где-то там они ходят. Вы сюда-то идти-то думаете вообще, нет? Застрял, что ли, там? Идет гад. Или не идет? Ну, я ж тебя вижу, гад. Идет, сволочь, идет. Где второй? Придурок. Ага, я в него попадаю. Значит, можно сохраниться. Еще сколько-то хп у него отнял. Где они? Идут? Или нифига не идут? Убегают они куда-то. Прячутся от меня. Вот, идут, 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 идут. Ну и где? Да ну нафиг, выходи уже. Так, ништяк. Того уже прилично я побил. Идет, гад. Черт, поранил меня. Вот скотина. Да ну нафиг. Все хп, блин. Отлично. Просто гениально. Один сдох. Так, остался один чайник. Тот, который Сузи. Отпрыгиваем нафиг. Так, ну тут уже прилично подбит был. Так что я даже и не знаю, сколько ему там осталось. Надеюсь, что немножко. Отлично. Сдохли. Угу. Так, у этого патроны для автоматических пистолетов. У этого маленькая аптечка. Угу. Патроны для УЗИ. Сохраняшечка. Сохраняшечка. Так, и сейчас идем вот туда, обратно, вставлять эту маску. Кстати, она опять такая же. Да, опять тибетская маска называется. Так, я, пожалуй, еще одну сохраняшечку сделаю, потому что бандиты уже приехали сюда.
Так, ладно, вставляем вот сюда тибетскую маску. Вставляем. Берем и вставляем. Дверка распахнулась. Ладно, идем в дверку. Тут у нас тьма кромешная. И тут у нас эти снежные люди ходят. Только они внизу где-то стоят. Тут вот у нас есть рычаг. Давайте его опустим. Мы открыли решетку. Расстреливаем двоих чайников, сохраняемся. Так, и внизу еще ходят некоторые представители. Так, где он? Где-то тут я его видел. Так, вон они. За решеткой, видимо, находится. Отлично, убили всех, надеюсь. Сейчас мы осмотрим эти решетки. Так, ну давайте с этой стороны будем сперва осматривать. Я надеюсь, что всех убил, потому что звуки пропали. Тут у нас... Ух, на тирана похож, реально из Resident Evil. Тут у нас гранаты и большая аптечка. А здесь у нас что? Что у нас здесь? Большая аптечка и патроны для УЗИ. Да, мне кажется, они не додумались вот здесь вот просто взять и выйти. Или я их так спровоцировал, что, ну, не дал им никаких шансов. Так, теперь мы поднимаемся наверх. Поднимаемся мы наверх. Тут мы зажгли огни, вот тут у нас решетки, кстати, открылись. Нам надо сейчас будет что-то делать. Тут у нас есть гранаты. Есть гранаты. А, вспомнил я, что нам надо делать. Нам надо блок поставить. Вот этот вот, выдвижной блок. Тянем его на себя. Нам нужно, чтобы не сработало это, ну, закрытие решеток. Надо поставить блок так, чтобы... Решетка даже не думала закрываться. Вот так вот его поставим. И все. Так, что у нас здесь? Рычаг. Опускаем рычаг. И открыли мы дверцу. К мостику. Решетки не закрылись только потому, что я вот поставил тот блок. Ну, заблокировал эту механизм. Они закрываются все вместе. Так, мы теперь выходим отсюда. Там у нас прибежали мужики.
Где они есть-то? Бегут. Мужики, вы где? Ты козел сраный. Ты чё меня стреляешь, гад? Так, должен прибежать. Ну, беги сюда. Я тебя здесь жду, урод. Ладно, давайте сохранимся, плевать. Так, что-то здесь многовато. Многовато их тут трое. Три штуки мужиков. Да, вот этот Сузи вышмаливает, гад. Ну, идешь сюда, нет? Должен идти, но в последний момент он отказывается идти сюда. Ты козел вонючий. Вонючие козлы. Ну, козел завалил, да. Нет, так не пойдет, друг. Нет, я опять в пролете. Ладно, плевать на No Mats. Вот козлы вонючие. Да, их трое, блин. Ладно, ждем их по очереди здесь. Вот козел, они все втроем пришли. Нет, нельзя, чтобы они все втроем приходили. Так, а ну иди сюда, гад. Черт, этот Сузи сюда тоже пришел, гад. Ладно, давайте подлечимся. В принципе, аптечек-то много.
Эх. Или нет. Или будем думать какую-то другую тактику. Есть, конечно, у меня тактика на лестницу вот эту лезть. Тупая, по-моему, тактика. Они меня оттуда и скинули. Так, подлечимся. Вот козел, а? Давай, иди сюда. Ты, чайник, Сузи. Где он там? Так, ладно, черт бы с ним, все. No Mats закончился на этом. Теперь просто выживаем. Слишком как-то очень тут сложно стало. Так, и мы взяли, между прочим. Нет, мы открыли дверцу там. Да. В принципе, аптечек до хера. Сохраняемся, плевать. Так, прыгаем опять в ту пещеру. Тут у нас валуны. Прячемся здесь. Так, что у нас в этой пещере? А что здесь? Что здесь такого? Ну, убил я там чайника. Мы можем посмотреть на вот эти вот огни, которые горят. Но смысл от этого... А, может быть, можно отсюда допрыгнуть туда, но я сомневаюсь, что я допрыгну туда. Давайте сохранимся, конечно. А может и можно, кстати. Хотя прыжок должен быть... Нет. Плохо. Да, может... Нет. Не допрыгну я до туда. Поэтому отбросим эту затею. Обманка. Так, возвращаемся к мосту. Луны скатились. А что у нас здесь? Здесь ничего у нас нету. Так, вот куда нам надо. Вот. На лестницу прыгать нам надо. Хотя... Давайте я сохранюсь. Тут как бы два варианта есть. Можно посмотреть, что у нас там, например. Вот так вот можно за лестницу прыгнуть и прыгнуть вот на вот эту вот поверхность. Чисто чтобы посмотреть, что у нас тут имеется вообще. Да ничего, не вижу. Нет, давайте все-таки на лестницу будем прыгать. Так как-то интересней. Так. Лезем наверх. Лезем наверх. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Так, бежим вперед. Что у нас здесь? Ничего такого, в принципе.
Так, спрыгиваем в воду. О, там эти плавают, как их? Барракуды. Расстреливаем их. Этих рыбок чудесных. Так, есть еще. Давайте сохранимся. Уже как-то... О, еще одна. Еще одна была. Еще одна. Так, может что-то там? Но там ничего не было, насколько я понял. Ну да. Так, что у нас здесь? Плаваем, смотрим. Ух ты, еще одна. Ах ты, рыбина тупая. Вот тебе, получай. Так, тут вот у нас есть где вылезти. Вылезаем. Сосульки. Да, у нас здесь много сосулек. Надо быть осторожным. Так, пробегаем это место. Что у нас здесь есть? Так, бежим дальше. И вот тут вот у нас хитрая лесенка имеется. Лезем по ней наверх. Ко второй секретке в этой миссии. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Черт. Нет, надо было повыше залезть определенно. Надо было залезть повыше, наверное. Вот. Какая-то полоса. А-а. Опять не получилось. Опять я теряю ХП, блин, на ровном месте. Нет, не пойдет. Не пойдет. Так. Надо на лестнице уже сохраниться, блин. В том положении вот. Чтобы точно знать, сколько прыгать надо. То эти гадания до хорошего не доведут. Давайте сохранимся прямо сейчас. И лезем выше. Сколько надо, игра? Вот, отлично. Хватило этого. Так, и тут у нас нефритовый дракончик. Второй секрет в этой миссии. Берем его и спрыгиваем вниз. Так, что у нас тут есть еще? Тут, может быть, и ничего больше нету. Давайте в воду прыгнем. Может быть, в воде что-то имеется. Просто вода. Просто вода. Да, плывем по воде. Тут нас ничего не видно. Так, и плывем вот в следующий зал. Может, тут у нас что-то имеется. Так, вот мы куда-то приплыли. Тут у нас двери.
А, вот у нас еще одна лестница имеется здесь. Давайте сохранимся. Прыгаем тогда на эту лестницу. И лезем наверх. Так, лезем, 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 лезем. А, тут тоже предстоит прыгать. Отлично. Рычаг у нас здесь имеется. Мы открыли двери. Двери вниз. Тут, по-моему, есть какая-то хитрость, что можно выжить, если вот так вот просто бежать. А, нет, нет. Тут я что-то хп потерял. Нет. А, может быть, в другую сторону бежать? А, вот, нормально. Вот тут я не потерял хп. Ладно, побольше. Вот чертов барс. Так, ладно, давайте сохранимся. Здесь был барс. Один, в одном количестве он здесь был. Или их тут было несколько. Непонятно. Тут есть рычаг. А тут есть огни. Там у нас, кстати, проход. Кстати. Да, вот тут у нас огни. Давайте сохранимся. Хотя нет, давайте опустим этот рычаг вот, который здесь есть. Ага, мы открыли вот эти ворота. Понятно. Так. Куда мы можем прыгнуть отсюда? Можем прыгнуть на скат. На огонь мы точно прыгать не будем. Можно вот... О, я, кстати, попал все-таки на этот скат. А что мне это дало? Ровным счетом ни хрена. Туда нам не попасть. Еще пока что. Так, залазим здесь. Сохраняемся. Там впереди валунчики у нас есть. Впереди валуны. Внизу тоже, по-моему, кто-то есть. Вот они, прибежали. Как бы всех бы выстрелить. Черт, они мне в большом количестве не нужны там. Может быть, отсюда? Ну уже, давай, Лара, целься, попадай в них, в этих чайников. Ты что ж такое-то? Давайте, бегите. Бегите все сюда. Ну же, ну же. Кто-нибудь сдохнет сегодня, нет? О, кстати, а вот это что за дыра? А, они могут здесь, кстати, пробегать. Так. Здесь я, здесь.
Так, один сдох. Второй сдох. Остался один. Один, да, остался? Так, надо в него только попасть. Убегает сразу, да. Все, походу все сдохли. Давайте спрыгнем вниз. Все же сдохли. Так, что у нас здесь есть? Патроны к М16. Двери какие-то. Рычаг. Так, есть большая аптечка, еще патроны к М16. Подбираем это все добро и гранаты еще. И идем опускать рычаг. Вот здесь вот. Двери открылись. Ах ты, еще одна кошка. Тупая кошатина. Откуда ты взялась здесь вообще? Ладно, плевать на здоровье уже. Если честно. Нам надоело добиваться какого-то там идеального результата. Так, валун здесь, валун тут. О, кстати. Нам нужно сделать так, чтобы Лара здесь оказалась, а валуны прокатились мимо. Так, здесь есть еще один. Тут я ничего не вижу. Давайте сохранимся. Теперь надо вот эти валуны спустить, чтобы он пробил ту стену изо льда. Так, вот он пробил ту стену. Кстати, а наверху что-нибудь есть? Или ничего там? Ну я ничего не вижу. Ничего не вижу. Ладно, идем дальше. Вот, вот сюда, то есть. Тут у нас есть. Тут у нас есть решетка. Тут у нас есть проход. Так, открылась дверка. Тут шипы. Аккуратно. Комната шипастая. А вот тут вот есть где забраться, кстати говоря. Типа стеночки, что-то, ну. Да, вот они, едва заметно вот это вот. Где забраться. Тут у нас есть секрет. Последний секрет наш. Третий. Золотой дракончик. Патроны к М16, куча. И гранаты. Так, что у нас здесь? Зачем нам здесь? Там у нас вроде ничего нету. А, кстати. Вот мы где оказались. Кстати говоря. Но что нам это даст? Прыгать на тот этот? Какой это имеет смысл? Никакой. Поэтому давайте будем слазить. О, прям в валун прыгнул. Так, быстро бежим. Наступаем здесь, наступаем здесь. Нам надо быстро пройти к той двери. Черт, она закрылась уже. Нужно быстро действовать. Эх, хватит меня придавливать. Ну все, мы как бы добрались до этого места.
Тут у нас лестница есть. Лестница вверх. Вверху у нас что-нибудь есть? Ничего у нас нет. Спускаемся вниз. Что внизу? Внизу какой-то проход. Идем в проход. И миссия пройдена. Да, все три секрета собрано. Я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующей уже миссии. Пока-пока.